На сон дух полный. Надо будет собрать. Кафетеатр, так. Быстрое перемещение. Добрый день, месье. Я просто на
Что из замков интересно? Можно выбрать здесь. Получено много оружия. Но совсем немного. Слабенько награда. Смотрите. Да что, Аглай? А ну, стой! Не паникуйся!
Похоже, не для всех ты авторитет. Это же наш монархист! Soyez les sous, soyez les fous. Bonjour, mon bon Разделимся. Не уверен, что... Так меньше шансов попасться. Ну да, пожалуй. Встречаемся внутри. Если увидишь Жермена, убей. Жермен выстроил настоящую крепость. Так просто не попасть. Да, имеется стража. Колоколы. Так, для них убийство с воздуха. Что тут еще? Естественно, сигнальные колокола. Так, ну что, надо попасть каким-то образом. Стенку с этой стороны. Я говорил в башне, могу поклясться. Слышу гром. А я не слышу. Гражданин, задержись. Еще кто там? Гражданин, остановись! Не сбежишь! Я тебе урок! Застаньте его! Стой!
Ого. Это всюду охрана. Братство будет гораздо легче, как ты. Понятно, надо бежать. Ну нет, не сбежишь, пёс! А ну прочь, дороги! Бежать. Плохо. Не угнаться? Не может быть. Это тебя убил. Он должен. Тебе не убежать! Гражданин! Ты! Стой! Чёртовы консерваторы! Это что за... Я не сдаюсь тут! Где-то вот ходит охранник. Еще один стоит. Что-то не, не приснилось. Что было? Видели. Эх, пора назад ула. Бежать, бежать, бежать. Я все равно тебя поймаю. Да что это такое? Ничего не плавает даже.
Что за чёрт? Добрался до Жака. Шельбержа! Черт! Мина! Да привяжи ты бы его уже!
Что за черт? Так, надо бы наверх. Надо бы стрелков здесь. Нет, он почему-то не лезет никак, не прыгает. Да, прыгает, но... Здесь интересно все. Что ли? Понял. Что случилось? А ну? Так, куда ты? Так, должен либо отвернуться, или подойти. Вот. Где-то там еще один был. Где-то такой же. Же два. Ясно, но они не видят друг друга. Хорошо. Уже лучше. Опа. Новости. Будешь сейчас со своими Страх. Кишками. Ой, гражданин! Так, видимо, заходить надо, мне кажется, не в дверь. Двигайся, давай быстрее. Что я не вижу никаких таких. Это, видимо, под чем-то. Да, но всех вас убить невозможно. Полезно, мне кажется, с вами возиться. Сейчас попробую. Стой! А вот и ты! Дальше надо
Ясно, это та сторона башни. Давай залезай. Погоди-ка. Это за скрытое убийство, если его увидели. Оторонсись! Тебе... Куда собрался? Очень интересное убийство. Скрытая, так называемая, и половина прибежала. Как думаешь, что-то назревает? С чего вдруг? Великий магистр весь в делах в последнее время. Я так думаю, лучше не спрашивать. Лучше? Хотят нас всех положить, а? Где же тогда преступник? Еще один выпивоха. Тебе конец! Постой, гражданин! Мы тебя зарежем и закопаем! Он выдыхается! Дави! Далеко не ушел. Да, вот и ты! Да с два ты убежишь! Взять выродка! Я все равно тебя поймаю! Бьюсь об заклад, куда пошел? Скажу кое-что! Ты мой! Гражданин! Ты! Стой! Ты умный! Это что было? За ним! Дай оторваться! Пытаюсь. Thank you.
давай залезай. Сейчас заметит. Послышалось? Хотели отсидеться? Подождите! Ходит. Черт, это не к добру. Неплохо. Стой! Да, ты! Ходит, приходит. Вот бы отвернулся бы. Надо их убрать, иначе будет мешать мне. Прыгай. Дай скажу кое-что. Интересно. Снимай. Затаился, не дыши. А вот если бы... Так, снова. Тогда вот так. Я наверх. Гражданин, ты! Да что ж такое? Выходи, чтобы я тебя убил. Не залезь на сюда. Это, видимо... Сейчас тогда... Я тебя сразу прибью. Надо было тебе дезинфицировать. Ты заплатишь. Так, оглушающая граната, газ, кошелек, кошелек, кошелек. Так, а теперь мы просто вот так. Черт, они мрут, как мухи. Если кинуть деньги, интересно, что будет. Клинок берсеркера, ну... Тоже ничего.
хватит на краюку. Черт, плохие новости. Деньги никак. Выходи, чтобы я тебя увидел. Так, ну что тут осталось? Вижу тело. Это не к добру. Почти ничего. Ну, в принципе, они не мешают мне допрыгать и быстрее. Так, сейчас вот эти двое вот. И стражник, интересно, выйдет он или нет. Ну, если вот так двоих. Чего больше не остается? Он, видимо, не увидел. Сюда еще какой-то идет. Это увидел. Увидел. И давай сверху вот так раз. И не получилось. И надо бежать. Думаешь убежать? И все. Или как? Просто надо бежать. Бежал. Вход именно. Куда нужно. Теперь ты мой. Ну-ка, ну-ка, прыгай. Я тебя вскрою. Уже неплохо. Глянь, что. Да, глянь, что там. Попробую сделать вот так. Автомобиль точно безопасен? Да, Антуан, точно. Эти ворота откроются только если в них ударит молния. Отлично. Так, ну, надо после краткого захода найти Жермена все-таки. Где тут что? Найду тебя и выпотрошу! Такс. Надо заходить. Я тебя раздавлю, прыщ. Ты мой! Эй, ты! Стой! Смотри! И бейся! Ну, просто растворился в воздухе? Ну,
Гражданин, остановись! Все закрыто. Запечатано просто. Так. Стесняешься? Иди, я тебе... Вот и ты! Так, ну это получается закрыто, да? Тогда... Верхний вариант. Вот мне ход, видимо. Иди сюда, подлец! Тут тоже покемоны эти вот. Я все равно тебя поймаю! Гражданин! А ну стой! Проклятие! Да, забавно. Как забавно, просто вообще. Почему сначала? Еще не понял. Вчера была гроза? Я не сдамся! Все равно убью тебя! Ты мертвец! Обрел ли ты покой, покойник? Черт возьми, Лишь побежка! Быстрее! Только зря время тратил. Он что, просто исчез без следа? Видишь,
Тебе не сбежать! Все плохо. Лепилетти, я мертв. Вперед! Сбежать! Нечем! Остановить его! А теперь мечи! Эй, кидай его, красавчик! Чёрт! Вот беда! Меня не перебегаешь, червяк! Чёрта с два ты убежишь! Куда он смылся? Ты в катакомбах патрулировал? Он что, куда-то свернул? Эй, постой, гражданин! Вот ты где! Лошади! Гражданин! Ты! Стой! Попался! Далеко не ушел. Но куда? Убегать, убегать. Кто-то там есть. Марафонский получается. Легкий штурм. Догонять или ждать? Быстрее!
Бежать надо. Так, ну что, нужно колокола уничтожать. Да. Это что было? Вижу тебя! Увидел. Умри как мужчина! Трус! К нам кто-то забрался! У вас двое здесь можно. Не может быть! Я ж на хвосте был! Тебе не остановить революцию! Она тебя раздавит! Это больше. Бежать с некуда. Бежать сюда и сюда. Так вот он. Эй, я тут. Вам.
парни! Я из тебя джем сделаю! А, вот и ты! Так, сейчас надо разобраться, потому что им будет мешать подниматься на балкон. Вот он! Где там второй был? Yes, получилось. И где ты еще? Вот он. Остановите! Тоже лучше. Задание такое перемудренное. Вроде все. И опять. Ты не должен меня видеть. Это проще будет. Так, теперь нужно тебя следующим шагом тебя обыскать. Хотел бы их трогать бы вообще, но придется. А ну? Что? Эволюцию! Так. Слишком медленно! Интересно. Так. Тебе не пройти! Вот он! Вот ты где! Думает. Кажется, нету. Остановите его! Слишком медленно! С дороги! А ну прочь! Помаленьку! Беги, 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 пока. Есть куда. Так, вот лекарств нету. Останавливаться нечем будет уже. Трогать не буду.
Так, вот торговец есть. Интересно, можно будет остановиться, потому что сначала. Что такое? Не залезет. Колокол и стоять! Иди сюда! Я тебе сейчас! Не приснилось. И все же, далеко он ушел? Там я видел ход подземелья или ход наверх. Еще не все, да? Еще многие живые. Внезапно. Так, где-то я такое видел. Где-то что-то такое было, какой-то спуск. Так. Точно не здесь.
зачем? Я хочу тебя... Только по... Вижу тело. Это не к добру. Контра. От меня не убежишь. Легче, он выйдет. У тебя вот рядом, чтобы мне назад не идти. Вот. Давай сюда. Ha!
прыгаю. Так. А, то есть просто подземелье сюда. Получается, надо сейчас. Я вас пропустил. Оставил без внимания. Черт! Они мрут, как мухи. Ну что, прыгай. Что? Больше ничего не остается, как только так вот прыгнуть. Понятно. Стой! Тоже можешь. Да, ты, гражданин! Не продолжай. Прямо в кучу! Ты мой! Я тоже тебя убью! Теперь ты мой! Стенку мне. Он что, куда-то свернул? Попасть. Он затаился где-то? Да, ну вот уже ближе к цели. Так, а где цель?
Что это было? У него? Итак, возвращение блудного ассасина. Я так и подумал, когда Латуш перестал присылать мне деньги. Тебе не уйти, мальчик. Вы мне изрядно надоели. Вот, что ты совсем сдаешь. С Робеспьером тоже ваша работа. Неважно. Террор уже сыграл свою роль. Прямолинейность от ассасина? Как необычно. Металл уже разогрел. Интересно. Что это такое? Как? Что? Еще сейчас. Что-то случилось. Он в спешке сбежал. К чертям. Черт, куда теперь? Я тебя раздавлю. Так, что это за знак? Ну, я думаю, нужно слазить и спрыгивать и искать его в другой стороне. В замке нет смысла. Непонятно, что еще вот это вот за меч такой. Всех ликвидировал. И где же? И где? Ну, кое-кто остался, да? Заметь, чем. Полезно.
Ты там сейчас как бы не до меня. Что это было? Какое-то оружие Жермена. Что-то невиданное. Элиза! Мадемуазель Долосер здесь? Какая чудная встреча. Спрячься и пусть говорит. Некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти, хороша широта взгляда. Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Мне тебя жаль! Власть? Нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное... Власть тут вовсе ни при чем. И что с того? Власть тут вовсе ни при чем. Ну что, ассасин? Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Чему тебя только отец учил? Ты не уйдешь. Орден развращен богатством. Мы так цеплялись за атрибуты власти, что позабыли свою цель. Мы погрязли в той лжи, что сами плели для черни. От меня бесполезно прятаться. Ты думаешь этим чего-то добиться? Революция заставит Орден измениться. Ничто тебя не спасет. Слушайте! Тамплиеры жестко. Меч у него опасный. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей... Мне тебя жаль! Твой отец мыслил так же. Ой, все там тяжело. Месть? Твой отец мыслил так же узко. Только время. А до власти? Стоп. И так тоже делать. Итак. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Хороша широта взгляда. Власть? Нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Ну что, ассасин? Власть тут ни при чем.
Ха-ха-ха. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть пропал, частности. Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. Какое дело глушить? Жажда власти. Хороша широта взгляд. Власть? Нет-нет-нет-нет, ты же умная девушка. Только время трачу. Нет-нет-нет-нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Чему тебе только отец? Орден стал слишком самодоволен. Веками нас интересовали только лишь внешние атрибуты власти. Титулы, чины, церковные и светские должности. Ты не уйдешь! Мне тебя жаль! Мы погрязли в той лжи, что сами плели две черни. Я убью вас! Ты не слушаешь? Мы... Нелепо! Попался, ассасин! Ты не слушаешь? Моя смерть ничего не значит. Когда старый мир рухнет на глазах у Ордена, только время трачу. Когда старый мир рухнет на глазах у Ордена, он... Боже, что-то ты совсем сдаешь. Когда старый мир рухнет на глазах у Ордена, он изменится. Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Нелепо! И что с того? Тамплиеры уйдут в тень и снова станут тайными владыками, как было всегда. Давай! Убей меня, если сможешь. Революцию этим не остановить, если только не появится новый король. Его защиту не пробить! От меня бесполезно прятаться. Надо действовать вместе. Только время трачу. Боже, что-то ты совсем сдаешь. Ничто тебя не спасет. Чего ты надеешься добиться? Ну что ж, ассасин. Давай, ассасин! Конец неизбежен, так к чему медлить? Тебе не уйти, мальчик. Тебе удалось продержаться долго, но на победу... Не испытывай меня! Ты не уйдешь! Тебе удалось продержаться долго. Думаешь, я тебя не найду? Мне тебя так... Тебе не надоели эти игры? Чего ты надеешься добиться? Я воплощение Демоле. У тебя нет шансов. Тебе не уйти. Его защиту не пробить. Надо действовать. Попался, ассасин. И что с Значит, месть? Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, некому будет вас покарать?
Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Хороша широта взгляда. Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. И что с того? Власть тут вовсе ни при чем. Главное в этом... Власть тут вовсе ни при чем. Главное в этом мире контроль. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де ла Серры нет смерти, будет вас покарать? Значит, месть? Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де ла Серры нет сыновей, нет ну будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взглядов. Власть? Нелепо! Власть? Только время трачу. Власть? Нелепо! Власть? Нет-нет-нет-нет, ты же умная девушка. Власть? Нет-нет-нет-нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Чему тебе тот... Чему тебе только отец учил? Орден стал слишком самодоволен. Нелепо! Орден стал слишком самодоволен. Веками нас интересовали только лишь внешние атрибуты власти. Титулы, чины... Цеплялись за атрибуты власти. Так цеплялись за атрибуты власти. И что? И что? Забыли свою цель ради страстей. Забыли свою цель ради страстей. Погрязли в той самой... Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де ла Серры нет сыновей, некто будет вас покарать? Значит, месть? Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де ла Серры нет сыновей, некто будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Папа? Жажда власти. Хороша широта взгляда. Жажда власти? Вздор. Жажда власти? Вздор. Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Чему? Чему тебя только отец учил? Орден развращен. Орден прогнил изнутри. Мы забыли свою цель. Мне тебя жаль. И что с того? Мы забыли свою... Непонятно. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де ла Серры нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть? Ну что? Вот ты где! Мне
Клеветать! Значит, месть? Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, попался, будет вас покарать? Да, ассасин, неуправляемый. Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти, хороша широта взглядов. Власть? Нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Ничто тебя не спасет. И что с того? Боже, что за ты... Давай. Чему тебя только отец учил? Ну что? Орден развращен богатством. Мы как цепляемся от него и власть, что позабыли свою совершенно. Цель. Вот ты! Да что ж такое? Происходит. Мы так цепляемся. Баги какие-то в игре. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, есть? Твой отец мыслил так же узко. Попался! Есть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша взглядов. Жажда власти? Вздор. Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот. Попался. Власть тут вовсе ни при чем. Главное в этом мире контроль. Тысячный раз. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, я не понимаю, почему? Жажда власти. Хороша, хороша. Почему не управляется? Власть? Нет. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, некому будет вас покарать? И что ж там? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взглядов. Власть? Чухи. Жажда власти? Вздох. Жажда власти? Вздох. Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Чему тебя только отец учил? Интересно. Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Орден развращен богатством. Мы так цеплялись за атрибуты власти, что позабыли свою цель. От меня бесполезно прятаться. Мы погрязли в той лжи, что сами плели для черни. Я убью вас! Тебе не уйти, мальчик. Теперь сверху бьет. Меня не слушаешь? Ты меня не слушаешь? Мой замысел куда важнее жизни. Из огня революции выйдет новый орден.
Он свяжет людей узами золота. Убей меня. Утоли жажду мести. Давай. Так, ну тут никакого. Подъема, может, нет, я не знаю. Сверху его. От меня бесполезно прятаться. Победа уже моя! Его защиту не пробить! Ты не Надо уйдешь. Действовать вместе! Равно найду. Только время. Ты не уйдешь. Не испытывай меня. Тебе не уйти, мальчик. Мне надоело ждать. Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Чего ты надеешься добиться? От меня не укрыться. Так, попробовать его. Ничто тебя не спасет. Попал? Давай, отоси! Конец неизбежен, так чему медленнее? Что-то было с управлением. Арно! Я застрял! Я почти. Я справлюсь. Нельзя. А что же он так? Одной нельзя. Жди меня. Прости. Элиза!